У нас тут сегодня первый эфир, только обкатываем всю эту систему. Поэтому, если меня нормально слышно, плюс садите, пожалуйста, в чат. Хорошо. Отлично. Так, хрип может быть, потому что микрофон не профессиональный. Я все-таки диджей, наверное, не буду работать на данном радио. Мы для этого найдем в ближайшее время людей. Сегодня у нас тестовый эфир, такой небольшие вопросы на ответы. Сейчас я музычку выключу. Так, я музычку выключу, чтобы она не отвлекала. В принципе, у нас в планах, сразу расскажу, где мы сейчас все находимся. Серепицентр как бы открыл свое радио. Будет это интернет-трансляции постоянно. Она будет находиться на отдельном домене. На форуме будет вывешена ссылка на этот домен. То есть это временная как бы страница от того поставщика, через который мы делаем эти трансляции. Постоянно будет вестись трансляция, будет играть музыка, будет выходить, когда круглосуточно, будут выходить какие-то новостные выпуски. Мы сейчас ищем людей, которые будут их вести, ведущих. В принципе, если среди вас есть кто-то, кто хочет поработать в команде Серепицентра и у кого есть опыт ведения радиотрансляций, мы будем рады с ним сотрудничать. Можно написать на почту, я сейчас напишу в чат почту, и можно будет туда отписать свои данные, мы с вами свяжемся и договоримся об условиях сотрудничества. Планируется на данном канале постоянные передачи, конкурсы, новостные выпуски, интервью с нашими управляющими, новости каких-то проектов, будут, может быть, даже отдельные передачи от отдельных управляющих. Например, у нас скоро готовится к выходу. Сейчас настрою микрофон. У нас к выходу готовится реальный бизнес. И новости данного реального бизнеса у нас будут транслироваться в прямом эфире. Будет отдельная передача. То есть мы планируем, что в течение месяца будет сформирована целая радиосетка. Сетка вещания со своими программами, которые вы сможете всегда быть на курсе. В курсе всех новостей из жизни Серепицентра и инвестиций. Вообще мира инвестиций. Потом будут какие-то дополнительные передачи, обзор ситуации на рынке, то, что связано не только с проектами, которые внутри Серепицентра, а вообще всеми проектами. То есть мы планируем из данного радио, если нам подойдет этот поставщик, мы сейчас проверяем поставщика, правильно ли он все делает, пока нас все устраивает, из этого радио вырастет полноценный круглосуточный ресурс, на котором вы всегда сможете быть в курсе того, что вас интересует, мир инвестиций. Это не Юра. Юра у нас сейчас занят. Юра сейчас снимает видеоролики по матричному проекту. Это Виталий. Я забыл представиться. Технический директор Серепицентра. Я извиняюсь. Юра, может быть, вам даст по блокноту, когда он будет за микрофоном. Но так как вы спрашивали Юры, у меня вряд ли получится. То есть, я вам так, в принципе, объясню, где мы сейчас находимся и во что это может вырасти. Сейчас мы ищем персонал, сейчас мы ищем ведущих. А мы готовы предложить довольно неплохую заработную плату, если у человека есть хотя бы примерный опыт в ведении трансляций и передач. Пишите на e-mail, он написан в чате, мы с вами свяжемся, предложим вам какие-то условия. Мы очень заинтересованы в опытных людях в данной сфере или просто людях, которые готовы работать в нашей команде. Теперь кратко о том, что у нас сейчас происходит на платформе и о свежих новостях. Первое. По матричному проекту. Вопрос последних дней, который выносит службу поддержки, скайпы, чаты, форумы. Все. Да, добрый вечер. Все перегревается у нас, все хотят матрицу, притом хотят сегодня, притом хотят вот буквально через полчаса. Но я вынужден вас немножко разочаровать в одном моменте. Сейчас мы столкнулись с проблемой. То, что мы ожидаем на входе, на старте матрицы, нагрузку в районе 40-50 тысяч человек одновременно на старте. Сейчас мы поменяли уже несколько дата-центров, которые
для нас поставили оборудование. Мы проводим там стресс-тесты, и постоянно мы сталкиваемся с проблемой, что где-то на 10-15 тысяч человек все начинает тормозить. Вы видите, как у нас иногда тормозит сайт. Все начинает тормозить, падать. Естественно, стартовать матрицу с таким оборудованием не имеет никакого смысла, просто ее запуск превратится в сплошную катастрофу. Поэтому мы сейчас, вот последний дата-центр, с которым мы сейчас проводим переговоры, это дата-центр на Мальте, остров Мальта, красивый остров, там очень хороший дата-центр. Мы там поставили специально сегодня несколько серверов, сегодня ночью будем проводить такой небольшой стресс-тест. Если нам все там понравится, и оно хотя бы до 30 тысяч доживет, то мы уже сможем объявить какой-то закрытый тест для лидеров, который просто мы проверим математику и все остальное. Сам старт матрицы уже для всех участников будет объявлен позднее. Мы делаем все, чтобы как бы она стартовала как можно быстрее. Но на данный момент у нас просто мы не готовы ее стартовать с тем оборудованием, которое у нас есть. По той причине мы просто не хотим, чтобы вы чувствовали какой-то дискомфорт, и на старте. Я еще раз говорю, чтобы старт матрицы не превратился в сплошное слайд-шоу. Поэтому как только мы увидим, что мы готовы технически, мы сразу же объявим о старте. Так, теперь по поводу профилактических работ и прочего, то, что люди говорят, что сайт у нас немножко подтормаживает, там какие-то проблемы, это все также связано с матрицей, потому что мы готовимся к ее запуску, постоянно оборудование приходится перезагружать, тестировать, делать какие-то работы, поэтому, к сожалению, пользователи платформы сталкиваются с некоторыми проблемами. Я так понимаю, там меня на смайликах уже уносит, выносит, да, все совсем плохо, да, я понял. Теперь, если у вас есть какие-то вопросы ко мне напрямую, я готов ответить, а желательно меня никуда не уносить, мне еще сегодня работать, и я постараюсь ответить. Единственное, сразу много не пишите, так напишите по вопросу, я буду тихонечко проматывать и отвечать. Обязательно ли приглашать в матрицу? В матрицу приглашать в принципе желательно. Если у вас не будет своих приглашенных людей, вы будете двигаться по матрице довольно медленно, потому что под вас не будут толкать ваши личники. Но под вас по-любому будут переливы. Но вы должны понимать, что все люди, которые заходят на матрицу на старте, они обычно заходят со своими личниками, и они их будут толкать в первую очередь. Поэтому если вы не будете приглашать матрицу, вы тоже ее закроете, но вы это сделаете очень медленно. И вас не будет радовать скорость вашего передвижения между столами. Поэтому обязательно ли приглашать? Нет. Желательно ли приглашать? Да. Сколько в запасе есть точно дней до открытия? Я думаю, что до открытия матричного проекта, если мы даже еще пока закрытый тест для лидеров не проводили, то я думаю, что дней 5-6 у вас точно есть. Да? А просьба ролики для общественного пользования делать без своих ревок. Мы не делаем никогда ролики с ревками. Тот ролик, который последний попал в сеть, это Василий выложил. Он, в принципе, не должен был пока появляться, потому что он третий, еще второй не был выложен. Просто тут произошла техническая накладка. Все ролики, которые мы выкладываем, обычно выкладываются на нашем канале без всяких реферальных ссылок. И официальная публикация ролика, это значит его публикация на форуме Investor Life. Если он там не опубликован, то мы еще официально этот ролик не публиковали. То есть, когда вы переходите на ролик по матрице или от CRP, он должен быть залит на канале CRP-центра. Если он залит на другом канале, мы за это не несем никакой ответственности за реферальные ссылки и вообще что-то у него может быть написано. По матрице все рефералы и CRP будут в матрице под нами. Да, реферальная структура ваша в CRP сохраняется под вами и в матрице. Это один проект. А минималка для входа в матрицу $5. А Сбербанк будет работать, он уже работал пару дней, но сейчас есть некоторые технические накладки с российским законодательством, потрясающим совершенно. И руки бы под пояс тому, кто его писал. Мы сейчас эти вопросы решаем, и в ближайшее время Сбербанк вернется. Сбербанк будет завтра. Вот видите, у меня уже вот здесь есть наши представители из обмен 24 онлайн, они говорят, что он будет завтра. Им можно верить, значит, он будет завтра. А AdvCash уже есть в обменнике. Уже можете пользоваться. В обменном пункте можно покупать, продавать AdvCash, пожалуйста. А минималка, ребята, давайте будем так вот быстро писать, я не успеваю читать, поэтому
Так, так, минималка $5, закольцовка будет в матрице. Вы будете автоматически идти на второй круг, у вас даже никто этого спрашивать не будет, поэтому у вас будет автоматический рестарт каждого уровня. Можно ли зайти в матрицу на сразу на все 7 уровней? Если вы купили первый уровень, у вас будет возможность сразу купить второй. Вы можете купить сразу хоть все 7 уровней, это довольно серьезная сумма в долларах получается, но вы не можете пропустить какой-то уровень при покупке. В принципе, можно купить каждый уровень по одному разу прямо со старта. Можно будет зайти 2 по 5. Нет, один и тот же уровень в матрице с одного аккаунта покупать нельзя. Так, чтобы работать напрямую с AdvCash с кабины, такой возможности не будет. Для этого есть замечательный обменный пункт, операторы которого обрабатывают все заявки практически в мгновенном режиме. А напрямую будет к кабинету подключена всего одна платежная система еще, она будет называться DC Money, это платежная система самого CRP-центра. Больше никаких платежек в кабинет подключаться не планируется, все остальное будет добавляться только в обменник. Так, тест примерно когда начнется? Тест закрытый для лидеров начнется в течение 2-3 дней, для всех остальных тест будет матрица объявлен позднее. $100 на оплату бизнес-места на третий шаг, если не принимаете в ней участие. А если принимаете? Если принимаете, то это надо по маркетингу посмотреть. Я прямо сейчас сразу не отвечу. Это Василий лучше вам ответит на эти вопросы. Мы все-таки технари, мы как бы не очень сильно во всех тонкостях разбираемся. Наше дело писать. Василий и наши консультанты по матрице вам все в чатах объяснят. Их там матричных чатов в районе 50 штук. Поэтому, я думаю, в каком-то из чатов найдется тот, кто вам ответит. А если нет рефера, то перелив. Если нет рефера у вас, то перелив под вас по-любому будет. То есть в каждой матрице на вхождении на каждый стол вам будет отдельный номер присваиваться. И по специальной системе, которую продумал Василий Зайчук, там будут идти автоматические переливы. Но еще раз, если у вас нету своих личников, то все будет немножко долго происходить. Когда будет портфель инвестиций с бонусами? Это отложено пока, потому что у нас из-за переезда возникло слишком много проблем. Из-за переездов. Это даже переездом назвать нельзя. Мы уже третий раз переезжаем за последние недели. Поэтому из-за переездов возникли проблемы. И сейчас вводить что-то новое, это плодить лаги и баги. Поэтому мы это будем делать позже. Когда будут бонусы по инвестиции в Даури? В течение ближайших 24 часов, просто финансовое дело очень сильно занято, там решаются некоторые вопросы. Сколько личников можно заводить с одного устройства? Господа, я могу вам честно сказать, в некоторых случаях вы перебарщиваете. То есть вы, конечно, давайте так. У нас нет прямого запрета на регистрацию с одного устройства, если они не связаны одной реферальной ссылкой. Но некоторые из вас замечательно регистрируют 79 аккаунтов с одного компьютера, даже при этом не удосуживаясь заводить имейли, рассказывая нашей службе поддержки, что вот письмо не дошло. Поэтому давайте мы сделаем так. Мы все-таки будем считать друг друга нормальными людьми и не будем перебарщивать. Если вы зарегистрируете 2-3 личников со своего аккаунта, проблем никаких не будет с одного компьютера. Но поверить в то, что у вас домой заходит 80 человек, у которых нет компьютера, не заходит только к вам зарегистрироваться, мы нормальные люди, мы в это поверить не можем. Поэтому если вы будете перебарщивать, то в этом случае у вас могут возникнуть некоторые проблемы с нашей службой поддержки. Но если все будет в разумных пределах, то мы с вами как бы уживемся, и мы сделаем вид, что на Земле в любом случае вы не ходите с одним компьютером, с одним упишником по дому, не регистрируете под многоквартирному дому, не регистрируете 100 человек. По-любому будет регистрация разная. Поэтому я еще раз говорю, 5-6 человек, все нормально. Но если у вас с одного компьютера 79, 100, 120 регистраций, но это просто становится уже неправдоподобно. И тем более у них у всех один Perfect Money кошелек у некоторых забит. Я не знаю. Это, по-моему, не самая хорошая идея. Так, без приглашенных, как будет закрываться матрица, кто поставит в матрицу? Еще раз, это надо вам будет почитать маркетинг, он будет опубликован чуть позже. Вы там
все ответы на свои вопросы найдете. Я просто не хочу отвечать здесь, лучше бы Василий отвечал на вопросы вот именно по маркетингу. Я думаю, что если вы к нему обратитесь в Skype, то он вам ответит на все вопросы. Так, по поводу управляющих, которые дали согласие вести передачи на радио, пока у нас само радио не сформировано, как только мы сформируем ведущих, мы будем знать, сколько у нас примерно, какой эфир будет нагруженности, мы сформируем передачи, создадим какие-то свои блоки, и там мы будем уже продумывать, разговаривать с управляющими. Я думаю, что Кхан с удовольствием посетит один из эфиров, ответит на ваши вопросы. Он буквально вот сегодня через полтора часа прилетает в Израиль. Я вот сейчас закончу эфир, поеду его встречать. Он очень всех благодарит за поддержку его проектов. А запись чего? А запись этого эфира, ну, если вы ее введете, то, наверное, будет. А, здесь даже есть кнопочка «Начать запись», а я ее не нажал. Окей, в следующий раз запись будет. Сейчас, если кто-то записывает, то будет, да, будет, говорят. Бонусы с Даури вы получите в течение 24 часов. Финансовый отдел просто очень загружен. Господа, во-первых, вы должны понять, что мы не... У нас здесь не команда из 150 человек, у нас 12 человек работает в команде. А обслуживаем мы в районе 5000 активных инвесторов. Просто иногда и служба поддержки, и финансовый отдел могут не успевать отвечать на ваш тикет в течение получаса. Иногда срок ответа или начисления каких-то бонусов затягивается на 12-72 часа. Просто физически. Объясню, когда открываешь утром приложение, в котором написаны тикеты поступившие, вы видите там 8 страниц по 100 запросов. И это надо все сесть, обработать. Даже если у меня 6 человек сидит в службе поддержки, каждый из них вот прям сразу будет реактивно работать, это занимает время. Поэтому, когда в некоторых обращениях мы слышим, ребята, давайте быстрее, я уже как целых 2 часа написал, то, господа, поймите, тут как бы немножко сложная ситуация. Так, про 72 часа, это вопрос про какую акцию? Это акция от Даури или это акция про Test of the Money? Если это акция Test of Money, то в принципе все, кто отписал в тему, сегодня должны получить бонусы. Если акция от Даури, то я должен вот сегодня Хана встречу, и мы с ним обсудим, когда он сейчас по Алоэ Вера что начислит. Костя начисляет. Даури. А результаты это конкурс, который проводился в социальных сетях 100 дней CRP. Я думаю, что на ближайшем вебинаре будут его результаты. Пристроить вас в поддержку, пишите ваше предложение на почту. Нет, VIP-партнерка не активируется автоматически. Как только вы достигли 5000 оборота по первой линии в каком-то либо проекте, вы должны написать саппорт или на email admin@crp.email, и вам все поставят. Если вы не обратились, то вам не поставят. Управляющий народ такой, они лишнюю рефералку никому давать не хотят, поэтому за каждого приходится пинать отдельно. Я думаю, что скоро мы будем брать за включение VIP-рефералки молоко и прочие всякие вкусности, хоть как-то компенсировать моральные страдания. Так, господа, еще вопросы есть? Матрица для получения ревки? Вообще, для того, чтобы вы хоть что-то получали с матрицы и вообще в ней участвовать, проплата уровня обязательно. В матрице без $5 участвовать нельзя будет. Матрице получать какую-либо ревку без участия нельзя будет. То есть для того, чтобы кто-то в матрице получать или участвовать, по-любому придется заплатить $5. А вопросы в службу поддержки. По поводу того, можно ли участвовать в матрице без денег, их было в районе 100. Давайте я сразу на них отвечу. Участвовать в матрице без денег нельзя. Маркетинг очень хорошо продуман. И $5, я думаю, есть у каждого человека. Если у человека нет $5, можно взять $1, вложить в один инвестиционных проектов в CRP-центре и заработать $5. А все. Как бы других вариантов нет.
Если вы закроете всю матрицу, пройдете все 7 уровней по 21 столу, у вас будет в районе 131 тысячи долларов. Я думаю, вы найдете 5 долларов, чтобы заново активировать матрицу просто ради удовольствия. Поэтому да, скорее всего придется. Страховка автоматическая с чая была уже всем выплачена 10%. Дополнительные все описания всех дополнительных страховок должен можно прочитать на форуме. Автоматическая всем была выплачена. Да, внимательно посмотрите историю операции. 10% от фактических убытков. VIP выходит, можно получить, когда один в один проект. Нет, VIP можно по каждому проекту. В принципе, первоначальные правила, что у вас общий оборот по всем проектам 5000 долларов. А сейчас, так как оборот в 5000 долларов в принципе фантастическим не является, мы собираемся с августа месяца пересмотреть условия получения VIP-программы. Она будет получаться только по обороту в каждом отдельном проекте. 5000 долларов в проекте оборот есть, получаешь VIP-ку, нету, не получаешь VIP-ку. Потому что в принципе так будет правильнее. В данный момент по партнерке все по старым правилам, поэтому если у вас есть оборот, пишите в службу поддержки, там решим куда что. Второй раз можно открыть уровень за... Нет, каждый уровень можете открывать всего один раз в матрице. Вы можете его перезапускать, но это делается автоматически без вашего участия. Кнопка у вас будет просто недоступна. Страховка по пулам в чае будет выплачена до понедельника. Пулы — это отдельный вопрос, там нужно вообще все пулы поднять, посмотреть. Этим как раз сейчас и занимается финансовый отдел. Поэтому, господа, ждите. Пул — немножко сложная система, и мы ее собираемся в будущем где-то к осени полностью перерабатывать, потому что в том виде, в котором она есть сейчас, она просто с нагрузкой не справляется. И там... Все сложно. Как бы над этим вопросом мы сейчас работаем. Закончим с матрицей и займемся пулами сразу. Алекс, по поводу маркетинга матрицы. Есть статья большая на форуме Investor Life. Там все очень подробно написано. Я сейчас не могу отвечать на его вопросы, потому что, и, во-первых, не я его разрабатывал, во-вторых, все уже написано. Там подробная статья, примерно полотенце на 2 листа. Зайди, пожалуйста, на форум Investor Life и почитай. 25% качает Хана. Еще не поздно, это предложение без определенного срока действия, поэтому, пожалуйста, можете получить страху 25 бонуса от Хана в любой момент. Если вы еще не получали, конечно, два раза не получится. А сколько времени занимает прохождение всех 7 уровней в матрице? Давайте так. А на данный момент, как это сделано технически? Есть 7 уровней, на каждом уровне по 3 стола. А переход между столами занимает 3 минуты. То есть вы зашли на первый стол, только через 3 минуты будет там, если вы заполнили матрицу, вас перекинет на следующий стол. То есть, если вы даже двигаетесь с крейсерской скоростью без задержек, у вас заходит примерно 9 минут на один уровень. А 9 минут на один уровень, на 7 уровней. Так. У нас получается там плюс задержки. Короче, в районе чуть больше часа у вас займет, чтобы пройти все. Если вообще вы двигаетесь с крейсерской скоростью. То есть вы в начале часа начали двигаться, и через 63 минуты у вас 130 тысяч. Если мы будем двигаться с такой скоростью, я думаю, что все будет хорошо. 63 минуты для получения 130 тысяч. При идеальных условиях, повторюсь. По-моему, хорошо. По акции «Волшебный фонарь» на саппорт отпиши, там все будет. Сайт с маркетингом нет. Сайт официальной матрицы будет открыт, как только будет пройдено первое закрытое тестирование. Он уже готов, очень красивый сайт. Мы его презентуем, как только закончится первое закрытое тестирование. Просто пока туда вот как раз Юра Камельчук записывает видео, будет целый пакет видео для привлечения новых партнеров. Будет видео, всякие красивые картинки, описания, то есть будет все. Это готовится, это все на сайте будет опубликовано. Какого числа начала, я уже отвечал на этот вопрос, потом в записи послушаете. В принципе, ожидать в течение там 6-7 дней, я думаю, анонса. Мы пока решаем вопрос с оборудованием еще раз. Пока я не буду уверен, что не будет никаких проблем с оборудованием, мы ничего даже анонсировать не будем. Ограничения в выплатах матрицы, я не понимаю, о чем речь. Сколько заработаете, столько и получите.
Есть ли у меня общая сумма в первой линии привлеченных инвестиций? Да, написать в саппорт или на имейл, который я давал выше, admin@serpmail. А мою фотографию можно найти в интернете очень легко, просто вводите в Google и ищите. Да, бородка есть. Так, запись этого радио выложат на форуме, наверное. Я просто забыл нажать на кнопку, я в этом интерфейсе, честно, еще не разобрался. Сегодня как бы первый тестовый эфир. Тут, оказывается, есть кнопка, а я ее не нажал. Ну, сори. Выплаты вы получаете после прохождения каждого из 7 уровней. То есть вы прошли первый уровень, вы получили первую выплату. Часть вашей выплаты, то есть вы после прохождения первого уровня, у вас $40, из них вы проплачиваете заново старт первого уровня, часть вы платите за переход автоматически на следующий уровень, часть там выплачивается в качестве реферальной, и часть попадает вам, и в принципе, то есть все это происходит автоматически, каждые 3 стола вы будете получать уже какой-то доход. В принципе, это все написано в маркетинге, который есть на форуме, который есть по ссылке, который есть в чате, господа. Есть еще какие-то вопросы? Нет количества обязательных личников. Сколько человек нужно для прохождения всех уровней? Очень легко посчитать, в принципе. Три матрицы на уровне, 7 уровней, 2 человека вас должно толкнуть на каждом, каждой матрице. Считаем калькулятор. Да, даю блокнот. Я правда не знаю, если я его в CD-ROM засуну, он у вас вылезет откуда-то. Я с удовольствием, я постараюсь даже это сейчас сделать. Но, к сожалению, пока не получится. Не получится, наверное. По поводу конкурса, где мы разыгрывали смайки, кружки, ручки и прочее, уже все передано как бы людям, которые будут это отсылать. Я думаю, что в ближайшее время у вас, как бы мы вам с каждым, кто заказывал, свяжемся и сообщим номер рассылки. А для чего нужно это радио? Я вам объясню. Проводить вебинары каждый день немножко накладно. По той причине, что Юрий занимается своими делами, он делает промо-ролики, готовит академию и прочее. И каждый раз собирать вебинар или выпускать там выпуски новостей, отвечать на вопросы, это все довольно сложно и нудно. Если мы сейчас вот организуем радио, во-первых, у нас появится, мы рекламная площадка. Во-первых, у нас появится новый рекламный инструмент для продвижения наших проектов и разных сервисов. Поэтому... Это радио является одним из рекламных инструментов нашей площадки. То есть мы будем с помощью него продвигаться в массы. А у нас осень скоро. Я понимаю, что сейчас все думают, что мы до осени не доживем. Большинство, да? А в глубине души где-то. Ну, мы готовимся к осени. То есть сейчас мы начинаем обкатывать. И там я видел ВКонтакте в одном чате, пошутили, что скоро телевидение появится. Или на форуме, да? Он был очень близок к истине. Ожидайте анонсов. Так, вас будут продвигать не только в матрице личные рефералы, вас будут продвигать все. Если ваш личный реферал вас обгонит и не сможет вас толкнуть на каком-то столе, вас толкнет любой другой участник платформы, который тоже обгонит своего партнера на предыдущем уровне. То есть есть общий перелив. Если рефералы зайдут раньше в матрицу, чем спонсор, то свою структуру в матрице не потеряет или реферально. Они его нагонят на каком-то уровне. Там все очень хорошо продумано, Василий постарался. Вы можете вывести... Вообще, серпи-центр и политика. Вот вы можете вывести все, что у вас есть на балансе, на открытом. У вас там лежит $500 или у вас лежит $10,000, вы можете быть уверены на 100%, что как только вы нажали на кнопочку «Вывод», вы эти деньги получите. Ровно в течение 24 часов. У вас не должно быть в этом никаких сомнений и никогда. То есть нету момента, что вы нажали на кнопку и не получили деньги, даже если вы 20 тысяч запросили. У нас максимальная сумма, которую запрашивали на вывод, она была пару дней назад, у нас запросили 17 тысяч. Человек их получил. Единственное, что мы на больших суммах звоним и уточняем, человек ли делал заявку. Поэтому вообще, мне, если честно, немножко непонятно вот эти у некоторых инвесторов движения. Они утром выводят $200, вечером заводят $200, там опять выводят $200. То есть как будто вот если они их не выведут, то мы вот именно в эту ночь просто убежим с этими $200. Господа, экономьте комиссию на платежных системах.
Потому что, ну, это просто глупо. Если вы даже будете вводить их каждые 5 минут, мы будем их выводить вечером, будем выводить их утром. Нет в этом никаких проблем. Просто вы теряете комиссию на вводе и выводе, потому что мы ее перекладываем на вас. А убежать с вашими 5 или 20 долларами в наши планы не входит. Поэтому, господа, просто вы подумайте, нужно ли гонять туда-сюда. Просто жалко. Просто жалко ваши деньги на комиссию. Еще раз повторюсь, мы выведем любую сумму, которую вы поставите на вывод. Единственное, что если сумма будет больше 1000 долларов, мы вам, скорее всего, позвоним и спросим, вы ли ее поставили на вывод. Здесь нету никаких проблем. Так что в матрице то же самое. Как только вы заработаете 130 тысяч, вы поставите ее на вывод в личном кабинете, и вы получите 130 тысяч долларов на ваш кошелек. Я вас уверяю, это произойдет точно так же, как будто вы бы поставили 5 долларов. Мы уже с этих денег все, что планировали, заработали. Будут ли в матрице реальные переливы для одиночек? Да. Еще раз повторюсь. Если вы в матрице заходите без личников, вы по ней будете двигаться. Но вы будете двигаться очень медленно. Если у вас будут личники, вы будете двигаться чуть быстрее. У нас пока нету FM. К сожалению, волны мы еще не прикупили. Это интернет-радио. Можно слушать через телефон, там просто заходите по ссылочке, вот, по которой вы сейчас находитесь, и ваш телефончик начинает играть наше радио. FM-волну мы купим чуть позже. Нет, добавление проектов в систему CRP бонус происходит на платной основе, управляющий должен за это заплатить. Потому что мы бонусы не рисуем из воздуха, бонусы идут из рекламного бюджета управляющего. Поэтому как только управляющий активирует эту услугу, проект появляется в разделе CRP бонус. Если услуга не активирована, то он никогда там не появится. Поэтому это не от нас зависит. Как только у нас появится диджей, у вас будет и музыка по запросам, и диджей по запросам, и выплаты... не то сказал. Так, что с вашей финагрой? А я вам объясню. С прошлой финагрой произошла замечательная штука. Мы там не взяли свою комиссию. Так получилось, что какое-то время она была проблемной. Но из-за сбоя на сервере у нее треугольничек не был нарисован. Просто был технический баг. И люди, думая, что все с ней нормально, что у нее нет никаких проблем, туда вкладывали деньги. Происходили выплаты предыдущим участникам, и таким образом все оказались в плюсе. Удивительно. Технический сбой помог финигре быть в плюсе. Мы сейчас этот сбой починили, поэтому финигра все остается рискованным активом. Но... Я так понял, да, пошла хорошо. Деньги мы свои в игру не вкладывали, я слышал эти конспирологические теории, что CRP-центр забашлял, чтобы все удвоились. А, к сожалению, у нас рекламный бюджет не позволяет такого сделать. У меня не получается. Это вам надо обратиться в службу поддержки по поводу логина Skype в лендинге, где есть чат. В TestMoney добавится в CRP бонус с понедельника. Внутренний перевод куда, уважаемый? Так, как быть тем, кто работает на земле в офисе и регистрации? Если у вас в офисе работает больше 20 человек, обратиться в службу поддержки и сообщить о том, что вы работаете в офисе, в котором работает больше 20 человек. Если у вас в офисе вдруг работает больше 150 человек, то у вас, к вам возникнет логический вопрос, где вы работаете с одного IP. Так, господа, делаем маленькую музыкальную паузу, и я вернусь к вам через 5 минут, вы пока можете нас задавать вопросы. Сейчас я что-нибудь включу интересненькое. Надо что-нибудь найти. Сейчас мы что-нибудь найдем. Если я найду программиста, который писал этот интерфейс, премии он не дождется. Так. Встречать нашего любимого всеми Хана Даури в аэропорту. Опоздать мне нельзя, человек первый раз в Израиле. Так. То есть с одного компьютера. Так, давайте так. Мы говорим о логичности происходящего. В принципе,
данное исключение, потому что вообще можно с одного аккаунта, с одного IP заводить несколько аккаунтов, связанных с реферальной связью, исключение сделано только в проекте Матрицы. А если, ну, давайте ограничимся шестью аккаунтами. Ну, давайте не будем их регистрировать сотнями, потому что это будет превращаться просто в какой-то балаган. Так, ну, до 6 аккаунтов, я думаю, можно без подтверждения. Все, что выше, вам надо связаться со службой поддержки и решить каждый вопрос. Так, по поводу реальных проектов, по реальных бизнесов на платформе. Я ответил, как быть. Если до 6 аккаунтов, все нормально. Если больше 6 аккаунтов, пишем в поддержку, договариваемся. Давайте на этот вопрос с количеством аккаунтов с одного IP просто закроем. По поводу реальных бизнесов. Самое ближайшее время, вот буквально в течение суток на форуме появится описание первого реального бизнеса. А мы очень внимательно подошли к его запуску, потому что это наша первая ласточка в этом разделе. Тут никак нельзя запустить какой-нибудь очередной супер хайп. Это будет реальный бизнес, который будет приносить доходы, который будет подтвержден. Его можно будет приехать, пощупать. Можно будет получить все подтверждения и даже средств массовой информации. То есть мы сейчас вот просто проводим такую работу, чтобы даже у самого большого скептика не возникло никаких вопросов, что это реальный бизнес или нереальный бизнес. Бизнес будет находиться в Украине. Он будет находиться сначала в городе Винница, потому что там сейчас находится наше представительство, и нам будет легче его контролировать. Но в будущем этот бизнес будет по всей Украине действовать как сеть. И подробности в ближайшее время. Дождитесь буквально 24 часа. То есть здесь просто мы сейчас уже готовим информацию для инвесторов. Вот чуть-чуть осталось. То есть это будет в России тоже будет бизнес, и сейчас готовится несколько проектов. Просто давайте я вам объясню. У нас очень серьезный вопрос к выбору бизнеса. Бизнес это не хайп. Хайп это легенда, в которую можно верить, можно не верить, не имеет никакого значения, что он делает, скидывает парашютистов с крыши или продает зонтики на Северном полюсе. То есть хайп это легенда, маркетинг. Там надо считать маркетинг. А в этом случае это реальный бизнес, который может реально или работать, или не работать. Поэтому мы относимся к их выбору настолько щепетильно, что вот мы могли запустить и первый реальный бизнес еще месяц тому назад. А мы как только вот сейчас, вот, когда все уже увидели, узнали, проверили, так, наш представитель в Украине лично поехал, посмотрел все на месте, вот только сейчас его будем выдвигать. А риски в реальном бизнесе будут очень сильно снижены. Потому что, во-первых, все средства, которые соберут инвесторы для реального бизнеса, будут проходить через наших представителей в регионах. А, то есть никакой бизнес не получится. То есть нас обмануть не получится. Мы давно работаем с администраторами хайпов, и поэтому знаем все схемы, как можно, кого и как и где. Поэтому нас обмануть не получится. Мы будем все деньги давать чисто на целевые цели. То есть деньги инвесторов не пойдут в карман кому-то. Если человеку нужно купить какой-то холодильник, мы ему купим холодильник. Если человеку необходимо купить машину, мы ему купим машину, но не получит эти деньги. Поэтому эта машина будет записана на компанию, которая будет контролироваться, в которой мы будем являться совладельцами. То есть в этом случае все будет проходить четкий контроль. Так что риски там сильно упадут. Хайп-проекты останутся, конечно. Хайп-проекты останутся, но мы будем сводить их число к минимуму, потому что... Ну, как бы мы с них больше имеем отрицательных эмоций, чем доходов. То есть они слишком, как бы, у них цикл жизни довольно маленький, и сам CRP становится, знаете, таким кладбищем для хайпов уже. Поэтому все-таки будет выход больше на реальный бизнес. Я даже не знаю, сколько может занять самое медленное. Это никто, продвижение по матрице, никто вам не скажет, это надо считать. Так. Процент в разделе реальный бизнес на платформе CRP Center будет в границах от 1 до 5% в месяц. Не больше. Больше это невозможно. Любой, кто говорит, что его реальный бизнес приносит больше, чем 5% в месяц, собирает деньги в Понзи. Когда мы захотим забрать деньги в Понзи, мы откроем новый проект в разделе хайпы.
когда мы будем собирать деньги для реальных бизнесов, они будут в разделе «Реальный бизнес». У нас есть как бы возможность варьироваться между разделами. Поэтому у нас никогда в разделе «Реальный бизнес» пользы не будет, а в разделе «Пользы» не будет реального бизнеса. Чтобы вы просто понимали, о чем мы говорим, да? Первое вложение в реальный бизнес можно будет сделать, я думаю, что в течение 2 недель. Не надо ждать до конца лет. Первый реальный бизнес стартует буквально в течение 2 недель на платформе. Страховки мы не можем давать по реальному бизнесу. Мы страховку можем давать в хайпах, когда мы контролируем какие-то финансы управляющих. Какая страховка может быть в реальном бизнесе, где все деньги ушли на самом деле на холодильники, машины или зонтики? То есть за счет чего мы будем страховать? Ревка будет только в реальном бизнесе. Во-первых, мы еще должны понять по маркетингу, насколько будет ревка в этом реальном бизнесе. Возможно, некоторые бизнесы будут вообще без ревки. А если она и будет, то она будет с обязательным вкладом. Минималка будет довольно завышенная в реальном бизнесе, потому что там обычно будет поэтапное финансирование, и там со 100 долларами просто нечего делать. По бонусов до уровня VIP можно почитать на форуме. Я уже отвечал сегодня чуть ранее, что бонусы будут начислены, финансовый отдел пока немножко занят. У нас там очень большая нагрузка из-за пулов, чаев и прочих вкусностей. В России офисы практически невозможно открыть. Наша род деятельности, реклама инвестиционных проектов, совпадает со статьей в Уголовном кодексе Российской Федерации. Поэтому я не думаю, что можно будет открыть. Матрица продумана таким образом, что там снизить динамику довольно-таки сложно. Так, по поводу чего суть темы? Это официальное радио инвестиционной площадки CRP-центр. Ссылочку вам сейчас в чате дадут. Какая будет минималка в первом реальном проекте? Еще маркетинг не рассчитан, будет чуть позже, все это известно. Меньше миллиона, я думаю, что вас тогда первый проект устроит. Вы сможете там очень хорошо заработать. Так. Некоторые товарищи в чате напоминают мне старый еврейский анекдот, когда два еврея разговаривают, третий подходит и говорит, ой, стоит, час слушает, про что они говорят, а потом говорят, ой, не морочь мне голову и уходит. Так. По поводу Matrix Land я уже отвечал ранее. А любой реальный бизнес, который будет размещен на площадке, можно будет проверить, пощупать, будут все документы, интервью с владельцами бизнеса, будет его физический адрес, будет его телефон, факс, подтверждение из органов государственной власти, налоговые декларации. Короче, все, что мы можем собрать, мы вывесим. То есть любой реальный бизнес, который будет вести реальную деятельность, вы получите по нему все возможные и невозможные подтверждения. Еще раз. Давайте четко делить разделы. Есть раздел высокодоходные инвестиции, есть раздел доверительное управление, доли интернет-компании, есть раздел реальный бизнес. А проекты между ними никак не перемешаны. Да, смайлы действительно страшненькие. Эфиры по радио вопрос-ответ. Еще раз, это тестовый эфир, мы сейчас просто проверяем, вот это все программное обеспечение замечательно. Если сейчас наше радио после этого не забанят, по причине того, что кто-то уже писал, пошел писать ретро, что мы пирамида, скорее всего, туда напишут, что мы уже соскамились. Короче, первой частью, что соскамится в CRP-центре, будет радио. Да-да, вот сейчас через 10 минут уже еду. Спасибо большое. Первая соскамившаяся часть CRP-центра радио. Да, кто бы мог подумать. Поэтому вопрос-ответ будет анонсировано расписание программ по радио, и мы все... Там вы сможете узнать, когда и что будет. ТВ будет? Да, могу сразу сказать, что ТВ будет.
ТВ будет, но оно будет осенью. Будут делать его очень известные товарищи, которых в инвестиционной среде хорошо знают. Их проект некоторые называют легендой. Поэтому ТВ Сирпи Центра. Ждите осенью. Да-да, ну как только мы откроем телевидение, на следующий день соскамимся, господа. Вообще, вопрос, когда скам Сирпи Центра, это самый популярный вопрос, наверное, в службе поддержки, в чате, в скайпе. Мы уже на него начали отвечать так, завтра. Те, кто ждет, в принципе, все равно будут завтра ждать, послезавтра ждать. Поэтому давайте мы всем будем, кто будет ждать нашего. Мы даже майки сделаем, когда скам где-то рядом. Не будем с этими майками ходить, потому что это самый глупый, самый повторяющийся вопрос. Поэтому я еще раз говорю, отвечаю, вот я недавно давал интервью, и оно будет скоро выложено. Интервью было для одних из наших партнеров. И там был вопрос, что будет, как бы, вот вообще теоретически может ли быть скам. Я на него там довольно развернуто ответил, да я вам могу сейчас повторить, у меня там есть время. А такси уже выехало. Я пока с вами разговариваю, я одновременно такси заказывал. Да. И в принципе, господа, давайте представим момент на секундочку, что завтра, вот просто представим момент, что завтра все проекты на платформе CRP. Со мной уже попрощались. Спасибо. Я еще не ухожу. Я понимаю, что я надоел уже. Да. Что завтра все проекты на платформе CRP закрылись. Ну, представим это в теории просто, да? Я понимаю, я не могу представить, как это будет в практике. Давайте представим это в теории. Но. И что произойдет? Ничего не произойдет. Деньги на балансах сохраним. Платформа CRP Центр работает. Новые проекты стоят в очереди. Да, мы потеряем огромный удар по имиджу. Да, на некоторых форумах напишет гневные отзывы. Пройдет 2-3 недели, пройдет месяц, пройдет полтора месяца, все встанет на круги своя. Я думаю, что у нас достаточно доверия от инвесторов для того, чтобы выдержать даже скам всех проектов. Но, еще раз повторюсь, эта ситуация из разряда не царит в одно место в течение получаса. Это невозможно. Поэтому те, кто ждет нашего полного скама, что мы завтра просто перестанем обрабатывать заявки на вывод и убежим в сторону Финляндии, господа, у вас что-то не то с головой все-таки. Вам придется долго этого ждать. Планы развития расписаны надолго, но мы сталкиваемся с некоторыми проблемами, потому что на данный момент мы столкнулись с проблемой, что нам уже не хватает персонала. Потому что у нас нехватка сейчас программистов, слишком быстро растем, болезнь рост. Не хватает работников технической поддержки, не хватает работников, вот даже сейчас на радио открыли. Диджеев не хватает, кошмар. А программистами тоже небольшая беда. Без скама Финляндии неинтересно. Так, поэтому сейчас у нас небольшая болезнь роста, но мы, я думаю, что с ней справимся до осени. А вы готовы работать с кем, я извиняюсь? Кем именно? Я просто уточняю, я чат читаю, очень занимательно, кто-то уже готов работать. Кассиром? Я думаю, кассир сам себе зарплату выписывает, господа. Кто же зарплату кассиру платит? Это как гаишник. Поэтому... Если нет родиного опыта, но нравится CRP, если вы можете говорить в течение часа, отвечать на одни и те же вопросы, а не ругаться матом, и при этом соблюдать полную адекватность, ну, рвать волосы на голове можно, потому что вы на радио, главное, чтобы это не было слышно, то, пожалуйста, мы будем рады вас видеть в качестве ведущего нашего радио. Умение рвать волосы тихо и беззвучно – одно из основных требований. Конечно, зарплата для наших диджеев будет в районе $200 в месяц. За 5-6 часов эфира. А что такое iCard, написано на форуме investor.live?
написано начать на сайте обменника, там есть подробная экскурсия, кто о чем. Инструкция, вы можете обратиться в службу поддержки обмен 24 онлайн, вам сейчас дадут ссылочку, я думаю, в чате, и вам все ответит. Нужна ли нам эта iCard? Вот честно, я не могу ответить на вопрос, нужна ли вам эта iCard. Я также не могу ответить на вопрос, нужен ли вам этот CRP, и что вам кушать сегодня вечером. Вот, в принципе, это выгодное средство, но нужно ли это вам, решать только вам. А какая зарплата у агента поддержки? $250 в месяц. Что по CRP Train слышно? Анонс давно был. CRP Train матрица задержала все остальное. Уже бы давно, в принципе, стартанули, но первая стартует матрица. Если наши сервера выдержат матрицу, то уже и паровозики выдержим. Как только стартует матрица, после этого буквально в течение... Вот будет удивительно, что сейчас всем кажется, что мы немножко затормозили, да? Что мы новых проектов не выпускаем, но вы увидите, что как только стартует матрица и пройдет там неделя своего старта, буквально в течение... 5-6 дней будет появляться один проект, потом другой проект, потом третий сервис, потом четвертый, то есть это прорвет эту пробку по той причине, что мы не можем просто сейчас ничего делать, потому что мы готовы матрицу. Такси еще не подъехало, мне позволили, но он еще в пути, вот у него еще 7 минут ехать. Я думаю, что ровно в 9 мы закончим общение. А, на форуме есть темка про радио. Investor.live, раздел новости. Еще один вопрос про старт матрицы. Я выпрыгну в такси прямо из окна. Господа, вам нужен живой технический директор. Я уже на это отвечал. Если вы ждете, что за час нашего разговора ответ на этот вопрос изменится каким-то образом, вы просто ошибаетесь. А не боитесь, что реальный бизнес, как появится, начнут плакать? Да, в принципе, мы ожидаем, что так и будет. Мы очень сильно удивимся, если такого не будет. Реальный бизнес очень сильно отличается от хайпа. В нем будет намного меньше процента. В нем будет больше гарантий, но меньше процентов. Люди привыкли получать 2% в день. Они готовы к скаму, морально и физически. В нашем случае реальный бизнес, мы так тщательно выбираем проекты для реального бизнеса, что вот факт того, что там случится что-то хотя бы однозначное скаму, практически нет. Все будет в наших руках. Поэтому, господа, конечно, мы не думаем, что туда ринутся сразу все, но если даже туда никто не пойдет, ну, будем дальше продолжать проталкивать. Ой, я думаю, что я не самый лучший ведущий, будет поле. И вам просто не с кем сравнивать, господа. Не с кем сравнивать. Спасибо большое. Очень приятно. Смотрите, если вы хотите быть в команде CRP-центра, в службе поддержки, в финансовом отделе. Финансовый отдел не имеет доступа к кошелькам, сразу оговорюсь. А в финансовом отделе, в отделе безопасности, на радио, обслуживать форум, обслуживать социальные группы. У нас очень много вакансий. Пишите то, что вы можете, на почту. Если мы с вами договоримся по поводу адекватной оплаты вашей работы, мы с удовольствием будем с вами работать. У нас вообще еще нет ведущих. Из ведущих только я, поэтому пока девушек точно нет. А работает только на расстоянии. У нас пока нет операционного офиса. У нас есть представительство в Украине. Да, в Кипе. Я еще и головой мотаю. Все время бьюсь головой об монитор, поэтому вы иногда слышите такие звуки. А работает только на расстоянии, операционного офиса пока нет, есть представительство в Украине, планируется открытие центрального офиса CRP-центров в Европе, в Чехии в сентябре месяце. Но это пока в планах, там как бы будет большой офис, там присматриваем сейчас помещение. Так,
какой смысл инвестировать в реальный бизнес, если есть CRP Trust? У CRP Trust довольно ограниченное количество предложений, поэтому вы не думайте, что CRP Trust будет всегда открыт для инвестиций. CRP Trust работает до тех пор, пока CRP центру нужны деньги на какие-то проекты по развитию. Как только мы запустим все, что мы хотим, инвестиции в CRP Trust можно будет сделать один раз в месяц или купить их в магазине. А по всем вопросам по работе только через личное общение по скайпу или по имейлу. Так, господа, мне тут сообщают, что такси сейчас уже подъедет. Мне надо встретить нашего уважаемого, самого любимого админа. Я его не только так просто так хвалю, просто это мой очень хороший товарищ там с лохматых 2000-х. Поэтому мне надо его встретить. Очень было приятно с вами пообщаться. Надеюсь, тестовый эфир прошел успешно. Поставьте плюсы, если вам этот эфир понравился. Буду знать, что не просто так провел с вами час. Все. О новых эфирах будет сообщено позднее. Пока на этом канале будет звучать наша замечательная музыка. И как только мы найдем ведущих, слушайте CRP Center. Let's go, Geronimo. I'll get you out of here. There's too much talking.